А пока к другим темам дня. Под угрозой сноса может оказаться памятник Колчаку в Иркутске. Житель областного центра планирует обратиться в суд с требованием убрать все достопримечательности, связанные с упоминанием адмирала. Главный аргумент общественника связан с тем, что Александр Васильевич Колчак до сих пор является нереабилитированным военным преступником, и это несмотря на все достижения адмирала. Иркутский адвокат считает, что именно по вине Колчака в годы гражданской войны погибли десятки тысяч человек. В связи с этим общественник будет требовать не только сноса памятника адмиралу, который находится у Знаменского монастыря, но и уничтожения мемориальной доски на железнодорожном вокзале.